Всем привет. Долго искал себе дудук. Искал хороший. В итоге нашел у ребят проекта «Дудукист». Познакомился с Уреном Багдасаряном, который мне все подробно рассказал, объяснил. Если собираетесь научиться играть на дудуке, лучше покупать сразу профессиональный, так как на плохом или сувенирном дудуке вы не научитесь играть правильно на дудуке. Не получится то качество, которое вы должны получить. В прекрасном комплекте вот такой коробочки, вот такой дудук с чехлом и два тростя. Ну, еще идет ноты и история дудука. Если хотите хороший дудук, то вам надо его приобрести у проекта «Дудукист». Усуран вам все объяснит. Дудукист.com, либо в Instagram. Усуран очень порядочный, доброжелательный человек, все вам подробно расскажет, объяснит. Пока еще не начал учиться, но скоро уже, надеюсь, найду время и буду учиться. Этот дудук тоже Мамбела Багдасаряна, по-моему, если не ошибаюсь. Дудук профессиональный, очень известный мастер, известный в Армении. На его инструментах играют очень известные мастера мирового масштаба, который умеет играть на дудуке, в том числе Дживан Гаспарян. Так что, если есть желание и хотите приобрести правильный дудук и настоящий дудук, вам надо обратиться в проект «Дудукист». Всем добра, удачи, всех благ!